Начну с происшествия. В Ноябрьске на месте пожара нашли труп мужчины. Обстоятельства его смерти сейчас устанавливаются. Возгорание произошло сегодня на территории промзоны. Загорелось бесхозное здание, в котором, по всей видимости, проживали несколько бездомных. В огне пострадала и 56-летняя женщина. Она получила сильнейшие ожоги. В шоковом состоянии пострадавшую доставили в реанимацию. По предварительным данным, причиной трагедии стала неаккуратность при эксплуатации печи.